Мы находимся снова в городе Сочи. У нас прокачка мужских парикмахеров. Второй, можно сказать, выпуск. В скором времени будет еще круче, еще интереснее, потому что мы делаем обалденную академию, большую. Курсы будут очень длительные и будет реальная трансформация парикмахеров, потому что за 8 дней мы постараемся прокачать максимально, но все-таки это очень мало, чтобы действительно чему-то по-настоящему научить. Но я напоминаю, что спонсором данного выпуска является магазин Профлюкс. Какие призы они приготовили для наших участников, я расскажу чуть попозже. Да, еще один такой момент, ребят, для самых активных подписчиков, те, кто будут комментировать, ставить лайки, у нас тоже есть офигительный приз от магазина Профлюкс. Для начала, как зовут, сколько стаж и сколько стоит стрижка? Любовь, 7 лет стажа, 350 рублей стрижка. 7 лет стажа, 350 рублей стрижка. Поехали. А откуда? Ленинск-Кузнецкий. Ленинск-Кузнецкий. Волнуюсь. Не волнуемся. Еще раз. Как будто вот никто не снимает, никто не смотрит. Вот не могу пока. Да, потихонечку. Окей. В принципе, неплохо. Волнение по-любому сказывается. Через 8 дней будет проще, наверное, потому что перестанете волноваться. Ничему не научишь, просто перестанете волноваться. Да. Нет, на самом деле, в принципе, инструмент работает нормально, рука расположена правильно, по фалангам лежит правильный инструмент. Единственное, нет момента отчёса расчёски, да, ну не знаю, может быть волнение. Давайте, следующий. Алиса, стаж 11 лет, цена стрижки 350-500. Томск. Томск. Поехали. Окей, есть. Особых замечаний не скажу. Посмотрим, что будет дальше. Чуть-чуть нестабильно нижнее полотно работает. Ну, с, да, с бушком. Да, 100%. Просто нужно привыкнуть друг к другу. Давайте дальше. Да я не Карина, город Сочи. Стажа нет никакого. С какой стороны подойти к мужчине для того, чтобы постричь, не знаю, понятия не имею. Стаж 2 месяца вообще, ты сказала? Ну, я 2 месяца назад окончила обучение. Да. А где училась сейчас? Училась в школе. Окей, поехали. Ну, может, вы подскажете, но я правда не знаю. Ну, просто вот как вот представляешь, наверняка ролики же смотрел на YouTube. Да? Ага. Угу. Окей, все есть. Ну, как и обычно, среднестатистический женский мастер. Первая фаланга. Да, то есть ничего страшного, все нормально. Ирина, последние 3 года серьезно. Стоимость стрижки? 15 евро. 15 евро откуда? Германия. А город? Кассель. Город Кассель, Германия, 15 евро стрижка. Поехали. Дальше. Вот, еще раз. Ага, все, окей, есть. Очень неплохо. Один момент, при подъеме расческа начинает разворачиваться вот так. То есть, но инструмент хорошо работает, параллельно работает, но при подъеме начинает разворачиваться. То есть это может привести к тому, чтобы выходить в плоскость начнет. Лана Ростов-на-Дону. Стрижка 400-500. Окей, поехали. Угу, окей. В общей картине неплохо, но есть маленький нюанс. Опять же, не могу сказать относительно волнения или чего. То есть первый нюанс это то, что
инструмент идет до середины и бросаете, и опять идете до середины и бросаете, то есть, а плоскость у нас идет до конца, то есть именно плоскостью. То есть кто-то ее загрызать начинает, то есть и в этом весь минус, скажем. Но посмотрим, что будет в работе. Как зовут, откуда? Лилия Энгельс, Саратовский. Сколько стоит стрижка? 350-500. 350-500. Сколько стаж работы? В мужском зале 2 года. 2 года. Поехали. Хорошо. Пока замечаний вообще не скажу. Меня зовут Александр. Опыт работы 3 месяца. Стоимость стрижки 300-400. И из города Томска. Из города Томска. Поехали. Окей, нормально. Начал сначала то, что расческа чуть упала, но второй раз уже провел нормально, походу просто волнение чисто. Они тренировались. Поехали. Очень хорошо, очень хорошо. Может, хорошо все отсмотрели. Да, поняли, так, нас, значит, будут понимать, ага, вот это надо, значит, отработать эту тему. Ничего, мы в следующий раз что-нибудь новенькое приготовим. Так. Меня зовут Гузеля, я живу 3-й год в Сочи. Общий стаж 5-6. Да, стоимость стрижки 1200. Угу, окей, поехали. Надо полосочек. Однозначно. Окей, посмотри, два момента сразу то, что бросило в глаза. То есть ножик стоит правильно в руке, но работает вот так. То есть это к ступенькам приведет, выгрызом таким. Вот. И второй момент, то же самое, то есть не двигалась до конца по плоскости. Дошла до сюда и все бросил. Лобный вывик уровня и все бросил. Балуем всех зрителей и всех ребят, кто будет приезжать в Сочи, потому что они будут всегда думать, о, мы приедем, еще выиграем какие-нибудь ценные призы прикольные. А сейчас, кстати, будут призы от Proflux, и это профессиональные парикмахерские инструменты. Но единственное сразу скажу, и всем находящимся здесь в зале, призы прислали только на 3 участников. Утешительных призов не будет. Так, домашнее задание, укладка. Домашнее задание, укладка. Так, есть. Наша любимая работа с градусами.
сегодня вечером вы должны дома сделать обязательно три очень важные домашние задания. Первое. Вы потом нарежете. Я знаю. Это нарисовать форму голов разной и скорректировать его. Второе. Расписать полностью стрижку, которую мы делаем сейчас. И бумажечки, которые я покажу уже чуть-чуть попозже. Почему они так важны? Первое. Кисть к солнечному сплетению и прижимаем прям. Кому-то легче прижать, у него больше. Кому-то повезло.